Ладно, ты умудрился опоздать на наше первое свидание. Я не мог найти цветок, что сравнился бы с твоей красотой, Дэнни. Ее называют невестой роз, но даже она меркнет рядом с тобой. Невеста роза? Она очень красивая. Осторожно! Утена! Ты слышала? Слышала? Этот красавчик приходит к ней каждый день и все время приносит ей белоснежные розы. Бедняжка не приходит в себя, но все время зовет какую-то Химемию, а она ее даже ни разу не навестила. Ах, он такой отважный, спас ее из воды. Если бы не он, девочка была бы мертва. Как, говоришь, его зовут? Тириутога. Ах, он настоящий принц. Не успеем в планетарий, а я ведь так хотела. Может, я смогу загладить свою вину, угостив тебя мороженым? Какое ты хочешь, клубничное или шоколадное? Клубничное. А я тогда возьму шоколад. Прошу меня извинить, я был столь невнимателен и сбил с ног такую прекрасную девушку. Все в порядке. Химемия, что это ты делаешь? Мне кажется, в этом платье я похожа на невесту. Оно вам очень идет. В нем вы мне кого-то напоминаете. Кого-то очень близкого. Пойдем отсюда скорее. Не нравится мне все это. Я вызываю тебя на дуэль, Утена Тензё. Химемия не может больше быть с тобой. Она будет принадлежать мне. Невеста Роза всегда чья-то собственность. Невеста Роза? Утена! Утена, вернись ко мне. Что это? Что происходит? Тога, откуда ты здесь? Я так рада тебя видеть. Утена, я очень скучаю по тебе. Я тоже скучаю. Утена, ты помнишь наше свидание? Давай продолжим его, хочешь? Конечно, я хочу! Но как же Химемия? О ком ты говоришь? Моя Химемия. Я не могу оставить ее здесь совсем одну. Ты дала имя Розе, что я подарил? Не понимаю, о чем ты. Это всего лишь цветок, оставь его. Вернись ко мне, и я подарю тебе еще 1000 таких. Нет, ты не понимаешь! Я должна быть с ней! Я должна защитить ее! Наконец-то! Настал мой черед сразиться с тобой, Утена Тензё! Почему вы все хотите сражаться? Я заберу у тебя невесту Розу! Она должна быть уничтожена! В этом все дело, Утена! Не сопротивляйся, отпусти ее! Ты не получишь ее! Почему мы все еще здесь? Идем, Утена. Тебя больше тут ничего не держит. Зачем ты так поступил? Почему ты не понимаешь? Я же помогаю тебе. Ты даже не можешь себе представить, как я счастлива рядом с Химемией. Прости.
есть такое место, где любое, даже самое твое сокровенное желание исполнится. Ты знаешь, это место зовется Академия Тори. Только нужно стать прекрасным принцем и заполучить невесту Розу. А я могу стать принцем? Я бы лучше стала радиоведущей. Не говори глупостей, вечно ты что-то придумываешь. Нет, ну ты послушай. Вас приветствует дуэт Академия Тори. Это кольцо приведет меня к тебе, Утена. Я всегда буду искать тебя. Я всегда буду ждать тебя.